А кто у нас в кустах сидит? У кого на носорог? А? У кого? Вот так, носорог. У Артема Беляева детский церебральный паралич, но его родители верят, их сын обязательно будет ходить. Как иначе? Ведь для этого они делают все возможное и даже невозможное. Массаж, лечебная физкультура, постоянные занятия с логопедом и дефектологом. И еще десятки самых обычных упражнений, которые выполняет Артем ежедневно. Пусть монотонных, но таких необходимых для здоровья. Он ходит на высоких коленях, то есть когда он не просто привстает уже корпусом, он достаточно уверенно ползает уже, он держит сам предметы мелкие, вот там карандаш, ручку может держать. Поэтому для ребенка, у которого есть ДЦП, это достаточно внушительный список достижений. Поездка в Германию нужна для дальнейшего развития ребенка. И чтобы она состоялась, необходимо около 30 тысяч евро. Благодаря помощи неравнодушных жителей края, большую часть этой суммы семья Артема уже собрала. Но не хватает еще 1 миллиона рублей. 30 января состоится очередной благотворительный концерт в поддержку Артема. Лучшие творческие коллективы Барнаула готовы радовать зрителей 2 часа. Начало мероприятия в 18 часов в концертном зале «Алтай Государственного института культуры». Подробную информацию можно посмотреть в социальных сетях на страничке Артема Беляева. Барнаульцы очень дружны. И когда случаются проблемы, мы очень быстро объединяемся. Поэтому я приглашаю абсолютно всех барнаульцев поддержать данную акцию, данный концерт, прийти и внести свой небольшой, но очень важный вклад в здоровье конкретного ребенка. Артема Беляева. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».